на них внимание не только в Москве, но и в других регионах. Пожалуйста, мы будем рады видеть всех вас на нашем выставочном стенде. Он расположен прямо возле входа. Попытайте наших менеджеров. Предполагаю, что еще присутствует руководство, если у кого-то есть корпоративные вопросы. Если кто-то задумал продавать наши материалы и стать нашим дилером в регионах, пожалуйста, мы тоже будем этому очень и очень рады. Единственное, что я хотел бы сейчас еще напоследок обещанное выполнить, это все-таки вручить нашим участникам за наиболее интересные вопросы памятные подарки. Может быть, вы покажете, что это, а может быть, и не покажете, что это такое. Один из самых интересных вопросов, пожалуйста, это ваш вопрос. Что выделяется при горении? Это тема для дальнейших испытаний. Спасибо вам за интерес, за пристальный интерес к нашим материалам и к нашим разработкам. Учитывая то, что мы коммерческая структура, и мы зачем-то это делаем, мы не пацифисты. Конечно же, где купить? Вопрос самый распространенный и самый наиболее часто повторяющийся. Где купить наши материалы? Может быть, еще, кстати, вопросы есть? Да, вот, смотрите, вопросы появляются сразу. Как рассчитывается плотность в соотношении с квадратурой, наверное, да, в данном случае? Да, я понял вопрос, и буквально в двух словах я попробую на него ответить. Да, можно взять. Наши материалы мы можем выпускать в различной плотности и в различной высоте. То есть данный материал может быть сжат, например, да, и высота будет совершенно иная. Таким образом изменится расчет квадратуры. Понимаете, да? Материалы в рулонах и материалы в пластах рассчитываются иначе. Наши материалы, еще раз напомню, выпускаются в диапазоне плотности от 70 до 4000 граммов на метр квадратный. В том числе есть возможность выпуска дублированных материалов с мембранами для строительства. Это отдельный заказ. Детские спортивные маты, прозвучал вопрос. Одна из наших тем, конечно же, целый ряд школ, в частности в Краснодарском крае, достаточно длительный период уже эксплуатируется. Спортивные маты, игровые модули. Благодарю вас за вопрос. В принципе, он достаточно интересен. Спасибо. Спортивные маты можно использовать. Игровые модули тоже. Можно ли использовать для одежды? Еще звучит вопрос. Да, конечно, можно использовать для одежды. Это один из самых эффективных, самых гигиенических и самых интересных утеплителей. Мы, конечно же, рекомендуем.